Сайт пермского баскетбола сообщил, что администрация президента клуба «Урал Грейт» Андрея Агишева вывезла из офиса все завоеванные кубки и трофеи. Их нынешнее местонахождение неизвестно. За 14-летнюю историю пермский клуб стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и Кубка вызова ФИБА, победителем Североевропейской баскетбольной лиги. В настоящее время «Урал Грейт» испытывает большие проблемы с финансированием и пропустит предстоящий сезон Суперлиги А.